Наш эфир продолжит необычный сюжет, который также связан с творчеством, но уже немного другого рода. Из науки в искусство. Геофизик по специальности, Сергей Бирюков заинтересовался живописью после 40 лет, но это не помешало ему стать профессиональным художником. Серьезно стал этим заниматься где-то в конце 90-х. Написал какую-то на многослойной фанере маслом, помню работу Куинджи «Березовая роща», она понравилась, и, видимо, это его толчком. Лесные чащи и снежные горные вершины. Такие мотивы преобладали в творчестве Сергея, когда он жил на севере России. С переездом в Крым в 2014 году стены его мастерской пополнились морскими пейзажами. Постоянно ездил сюда в отпуск, ну и влюбился в Крым. Поэтому эта мысль сначала сидела, вроде бы, вот, было бы неплохо, конечно. Крым, своя мастерская. Ну и потом вот с супругой мы вот это реализовали. Проект дома Сергей создал сам. Каждая комната в нем заполнена его картинами. Художник использует одну из самых известных техник – масляную живопись. Мастерская для каждого творческого человека – это место, где он проводит много времени. У Сергея она очень необычная. Здесь помимо стандартных для художника вещей, мольбертов, творческого беспорядка на столе, красок, кисточек, также есть музыкальное оборудование, пюпитр, профессиональные колонки и большой синтезатор. Помимо живописи, Сергей также увлекается музыкой. Он умеет играть на духовых инструментах, гитаре и пианино. Что с моим голосом? Можно только шансон какой-то. Круг, Кучин, Шуфутинский. Вот. А так для себя. Ну вот, придут гости, спою что-нибудь. Для написания пейзажей Сергею не надо долго сидеть и вглядываться вдаль. Он легко рисует по фотографии или придумывает новые образы. Одна из последних работ живописца – Крымский мост, запечатленный с высоты птичьего полета. У нас движение открывается, когда в декабре месяце, а у меня вот уже поезд пошел. И у меня такое было желание, и я думаю, вот его сейчас осуществить. Я дарю эту картину вашему каналу ТРК «Крым». Работу уже покрыли защитным лаком. Осталось только сделать раму, и она будет полностью готова. После чего картина, как и хотел автор, украсит стены телерадиокомпании «Крым». Дарья Шарипова, Алим Велиев. Утро нового дня.